костюмов. На одном из предприятий, которое в первую очередь коснулся экономический спад, побывал полпред президента России в ПФО Михаил Бабич. Вместе с главой Чувашии они ознакомились с линиями обрабатывающих центров, осмотрели главный конвейер, участки сборки кабин, линии порошковой окраски. Завершился визит демонстрацией возможностей тракторной техники. «Промтрактор» – крупнейшее предприятие российского машиностроительного холдинга «Тракторные заводы». Здесь производят бульдозерно-рыхлительную и трубокладочную технику. Однако, как и на большинстве крупных предприятий страны, здесь не обходится без трудностей. За 8 месяцев 2013 года убыток составил почти 700 миллионов рублей. Машиностроительная отрасль очень чувствительна к мировым экономическим тенденциям. Пути выхода из сложившейся ситуации ищут сообща. На заводе не склонны к пессимизму. Процесс идет полным ходом, идут строительные работы, идут технологические работы, идут производственные работы. Все, которые прописаны в бизнес-плане, они все осуществляются. Я думаю, что первую партию комбайнов мы должны выпустить где-то в начале следующего лета. Самым зрелищным стало завершение визита. В честь высокопоставленных гостей, среди которых был и народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, было организовано трактор-шоу. За последнее время программа выступлений менялась неоднократно. К приезду полпреда в нее включили новые элементы. А ведь получается, вот что может наша техника, вот что могут наши операторы, вот что может наш завод, вот что может наш концерн. Михаил Бабич не удержался, сам испытал возможности новой техники и остался доволен результатом. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.